же в варенье. Что? Да, ты измазалась, Маша. Папа, вот они, а блинчики? А вот блинчики, блинник, который я намазала. Вот чем ты его намазала? Потому что я люблю с вот этим вареньем. А вкусно. Под сметаной. Смотрите, кто все вот снимает все это, Дим. Смотрите, кто сюда пришел. Он приходит так, ну надо. Иногда он так приходит. Ну нельзя. Если так, это значит, что он хочет кушать. А как его зовут? Умка. А вот это Умка мой. Сиди. Вот это мой. Умка, потому что он папа глупый. Дает. Папа, вот это моя чашечка. Он умный. Вот. Точно умный. Ты видишь, что вот это? Она, если потрогаешь чуть-чуть, ну как? Она не гладкая. Она не такая уж гладкая. А какая она? Это рельефно. А вот это, и вниз тоже рельефно. Видишь, красиво, да? Да, красиво, да. Это мак. А что ты делаешь? Я намазываю блинчик вареньем. Как так получается? Нет. Варенье слишком... Не знаю. Давайте теперь вы так. Я вас покачаю. Саша, что ты делаешь? Я кушаю блинчик и думаю, что мне налить себе в чашечку. Что придумала? Воды или молоко? Смотрите. Что мне налить? Воды или молоко? Нет, вода. Видишь, тут внизу тоже такой цветочек. Папа, тут цветочек. Внизу цветочек такой вот. И видишь ручку, папа? Видишь ручку? Видишь вот эту, вот эту сторону? Она тоже чуть-чуть как вам. Очень хорошо. Ну ладно.